чуть медленно разговаривают вроде. Сербы, братья, братья, русские. Нормально, я с ними вскакивал как-то раз. Там война с Косово. Между Косово или как-то так, все, больше ничего не знаю. Это что? Страна. Ничего особенного по Сербии нет. Знаешь, это страна Восточной Европы. Славяне? Что вы знаете о Сербии? О том, что это красивое место и как-то даже хотела там побывать. В принципе, все. А где находится Сербия? Чайная тройка, как я кажется. Что вы знаете о Сербии? К сожалению, ничего, кроме ее местоположения. Что вы знаете о Сербии? Славянская страна. Поддерживает Россию даже, мы уже вроде спецоперацию поддерживаем. Все. А сможете показать Сербию на карте? Думаю, да, покажу. Угу. А что вы знаете о сербах? Или как вам сербы, если знакомы? Сербы? Ну, я встречал одного серба, Сретен зовут, мы в одной школе учились. Ну, такой парень, ну, нормальный парень, сербы все нормальные. Чуть-чуть медленно разговаривают вроде. Или это эстонцы так медленно? Ну, они чуть-чуть похожи как-то по акценту. Я там не был. Ну, а вообще, какие у вас ассоциации с Сербией? У меня есть друзья сербы. И почему-то они каждый раз, когда мы смотрим футбол, орут хорваты-пидорасы. Так больше ничего, но сербы – братский народ. Что вы знаете о Сербии? Есть. Сербия, ну, нормально там пацаны пойдут. Нормально. Я с ними вскакивал как-то раз. Там война с Косово. У меня приятель был в Сербии. Но они говорят, типа, Сербия же Косово, или как-то так, все, больше ничего не Сербия. Одного из исполнителя, Далы. Я его очень часто слушаю. Прикольно тебе. Я знаю, что они славяне. Вообще ничего не знаю. А вы откуда? Я из Ташкента. Я с Туркменистана. Но я не туркмен. Я не узбек. Как вам здесь живется в Москве? Блин, вообще супер. Отличный город. Ну, холодно иногда, конечно, но терпимо. Можно потерпеть. Очень сложный город. Не каждый может выжить в этом городе. На самом деле, это мегаполис. 20 миллионов человек живет. Это вообще пиздец. Здесь выживают только сильнейшие. Запомните, ребята, если вы остались в Москве и до сих пор живете, значит, вы сильный человек. В Сербии хорошо очень было. Мы там гуляли, не в Белграде, а в Нови Саде. Очень мило там было в этом замке. Выступали всякие диджеи. Мы там... Сербы, братья, русские. Просто все там... Мы вот просто вот прям... Любим друг друга, и все друг другу помогали всегда. И надеюсь, мы дальше будем вместе. Сербия и Россия – сила, Црвена звезда, блядь! Что вы знаете о Сербии? О Сербии? Эта страна, она входила в состав. Нет, подождите, вы что-то киваете, я, значит, что-то не то говорю. В общем, я знаю то, что она поддерживала русских, вот. О Сербии. Что бомбили ее, знаю. Что вы знаете о Сербии? А мы в медицинском не пишем. Да, мы медики. В Сербии я знаю, там очень красивый мужчина, потому что, ну, никакой там генетически так сложилось. А тут очень много красивых актеров. Вот один играл из них, Селянин Леон. Я знаю, да, он из Сербии был. Знаю, там очень интересная культура наверняка, но самое интересное, конечно, мужчины в Сербии. Спасибо. Столица Белград, часть Югославии бывшей, хорошее вино. Наверное, что как-то культурно намного похоже. Сербия – это столица Белград, которая так себе, на самом деле. Я там был. Сербия. Я знаю, что там флаг, короче, университетный, там синий, он такой бордовый, белый, и там герб какой-то еще нарисован. Вот. Еще я знаю, что у них сборная футбольная, потому что это новый нос, и прикольно.
Что вы знаете о Сербии? Сложные вопросы вы задаете, когда я человек голодный. Нельзя так. Что вы знаете о Сербии? Страна. А где она находится? Европа, конечно. Сербия – страна такая. С коннектиком. С Россией. Иди, Нови Сад. I'm with Serbian player. Оттуда Милош Бикович. Что-что? Милош Бикович оттуда. Что вы знаете о Сербии? Сербия – это потрясающая страна с очень милыми людьми. Я там была, ела плесковицу, была в Белграде, гуляла по набережной реки, выгуливала чужую собаку даже. Очень милые люди, которые очень хорошо относились ко мне и жениху, когда мы говорили, что мы из России. It's a country in Eastern Europe, and I think it's post-Soviet, but I'm not sure actually. Yeah, I would like to, especially given the fact that there's no many opportunities now for Russians to travel, so yeah. Former Yugoslavia. I remember one Serbian guy in 2018 when it was FIFA World Championship in Moscow, and we get drunk with one of them. It was a very good guy. I can show you him photo. Just a second. Well, actually, when I was doing my master's in Manchester, I had a roommate from Serbia, and he was like the nicest guy. So, I think about Serbian people positively, but I've never been to Serbia, actually. This one? Yep. The mustache one. I'm going to see Serbia. Well, actually, hanging out with the Serbians is priceless. That's what it says in the caption. I know that Serbia is a wonderful country, and especially for me, I really want to visit it this summer. I'm trying to make sure that it's really wonderful country, and I think that the best city in this country is Belgrade, and I really want to go there. And honestly, recently I started learning Serbian, or how to say it, I don't know. So I really appreciate and love culture of this country. Well, I know this is, if I'm not mistaken, it's a Kenyan country, yeah? And I've been there, and it's quite beautiful. There are mountains there, and I don't know something like interesting about it. I know it exists. I don't remember anything. It was beautiful, and I was in very nice, like a little town in mountains. Other mountains in Serbia. I'm not mistaken, yeah? I know, yeah, I like the beautiful nature.